Добрый день! На моем канале, и мы готовим с вами быстрый ужин. Или вернее, такую вот овощную штучку, даже не знаю, как ее назвать. Обжаренные овощи для ужина. Перец, лук, чеснок, морковку. А, я еще забыла, сейчас я живой горошек поставлю. Ну что, вот добавила я живой горошек. Живой, он не консервированный. Вот такой вот. Живенький, хорошенький горошек. Сейчас открою, переберу. Все. Итак, все готово для того, чтобы был хороший ужин. И, конечно же, берем новый гаджет, новую кастрюлю, новую сковородку. Ну вот морковочку я почистила. Смотрите, какая она шикарная морковочка у меня. Все, будем нарезать вот сейчас вот так. Может быть, полукольцами. Наверное, полукольцами. Я сначала так порежу. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Быстренько. И наполовиночку. Вот так. О, наверное, будет так и хорошо будет. Давайте приступать. Смотрите, у меня уже чесночок почищен. Лук вылет от сковородки, я уже покрошила вот так. Ну, не сильно мелко. Вот такая у меня электросковородка большая. И я сейчас не сделаю на ужин овощи. Мы делаем быстро на ужин овощи. Ну вот, морковочку порезали полукольцами. Впрочем, как вы хотите. Так и режется. Чесночок, да, готов. Закину сейчас лучок и чесночок. Вот так. И я очень люблю, когда у меня жарится перец с луком. Вот. И, между прочим, у меня уже горошек готов. Вот смотрите, как горошек я. Все, он у меня тут потихонечку сохнет, стекает. Очень хороший, вкусный горошек. Что там такое? Сейчас его уберу, листочек. Попался листочек. Я так посмотрела, горошек очень хороший. Да, посмотрите, как я делаю перец, как я его режу. Вот так. Быстренько. И наполовиночку. Все. Отправляю. Делаем это все быстренько, аккуратненько, и будет вкусненько у нас с вами. Еще раз. Перец достаточно такой плотный. Мы же делаем быстро ужин. Мы же делаем овощи быстро к ужину. Но мне, когда попадаются семечки, ничего страшного. Очень даже хорошо. Сейчас мы быстренько всю эту вот гвардию. Тут вот надо его еще порезать. Так. Опс. Ничего сложного. Раз, вот так, раз, раз, раз. Все должно быть быстренько, аккуратненько. Вот так. Все так порежем весь перец. Давайте. Уже вернемся, когда у нас будет уже все готово. Все, перец порезали. Быстренько, легко. Раз, 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 и все. Горошек у нас есть. Морковочку почистили, порезали дольками, полукольцами. Да, у нас полукольца. Чеснок. Свет загородил. А здесь у меня сушится хлебушек для булочки такие, сухарики.
для того, чтобы фарш мне нужно сделать, и панировочные делать сухарики. Ну, а это к нам не относится сейчас. Главное, что у нас вот это все готово. Итак, все, что мне нужно сейчас быстренько сделать, овощную такую смесь, готово. И надо теперь только посмотреть. Давайте посмотрим, на сколько градусов мне надо будет поставить сковородку разогреваться. Итак, у меня вот инструкция. Так, открываем. Открываем, где у меня? Вот у меня. Так, давайте искать. Яйцо, омлет жаркий 325. Гамбургер, хэм, картошка, колбаски, это фиш. Печень. Хрустящая курочка, что-то я не вижу овощи. Так, давайте выбирать. Шрампы. Тут шрампы сколько градусов? 400? Ничего себе. Так, ладно. Давайте мы посмотрим, что у нас тут. Давайте мы поставим, как омлет, может быть, хлеблины 375 или 325. Давайте мы включим 325, то, что у меня здесь есть. Это получается у меня как омлет. Ну, попробую. А потом поставлю побольше. Все, пошли. Так, я поставила здесь, вот здесь у меня, вот, на 325. Видно, да? Здесь у меня уже лучок. И сейчас я подключу. А я поставлю крышку, сейчас закрою крышкой и подключу к электричеству. Ну, как видим, в этой сковородочке уже, в электросковородке уже обжаривается лук, морковка, чеснок. Хорошо жарится там. Хорошо, также я поставила на 325, очень хорошо пока жарится, не буду увеличивать. Это эксперимент, я первый раз жарю на этой сковородке, поэтому я буду замечать, что мне нужно сделать и как. Я потом себе запишу там, что я делаю эти овощи на какой-то, на таких-то градусах. Ну, надо записать обязательно. Ну что, все, вот перец заложила, теперь будет до готовности. Я так думаю, что я сейчас поставлю не на 325, а еще поменьше температуру. Сейчас я ее поставлю. И закрою крышку, чтобы она тушилась. Есть у нас минутка, значит, нужно все убрать. Все должно быть чистенько. Все чистенько, отлично. Кастрюлю, куда я сложу овощи. Все готово. Вытащила немножечко, вот лучок готов. Морковка. Ой, очень готова даже. Вот, здесь как легко. Раз и все. Горошек готов. Перец. Так, все. Друзья, все готово. Вот овощное рагу. Приготовилась буквально за 15 минут. 15 минут у вас готово овощное рагу к ужину. Приятного всем аппетита. А я выключаю уже все. Понравилось, как мы с вами готовили такое рагу овощное? Поставьте лайк и подпишитесь. Вот, пожалуйста, помидоры. Вот здесь у меня помидоры. Рыба. И овощи, которые мы с вами только что сделали за 15 минут к ужину. Друзья, всем вашим домашним, всем-всем-всем приятного аппетита и будьте здоровы! Понравилось видео, ставьте лайк.